Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами монета 2 евро 2015 года, Франция. Монета из регулярного чекана. На монете изображено стилизованное древо жизни, символ как самой жизни, так и непрестанного развития. Рисунок дерева обрамлен шестиугольником. Он здесь также не случайный. Если почти всему миру известно, что Италия имеет форму сапога, то гораздо меньшее количество людей знает, что французы считают контур своей страны похожим на шестиугольник. Знак РФ. РФ означает Республика Франция. Также вот здесь вот надпись, что в переводе означает «свобода, равенство, братство». Вверху слева изображен рог изобилия, знак монетного двора. Справа начальника граверной мастерской, пятиугольник. И вот здесь вот внизу подпись художника монеты. Материал монеты биметалл, центр латунь, кольцо медно-никелевый сплав. Вес ее 8,5 грамма. Ориентация медальная. Медальную переворачиваем. Диаметр 25,75 мм. Толщина монеты 2,2 мм. Гурт рифленый с надписями. Средняя стоимость монеты в качестве анциркулейт 225-400 рублей. В зависимости от состояния и у кого вы покупаете монету. На этом я закончу свой обзор. Не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком. Кто не подписан на канал, подписаться. Всем пока!